Я, во-первых, хотел бы поблагодарить устроителей сегодняшнего вечера, потому что в последнее время мы, к сожалению, все чаще встречаемся на похоронах, а не на танцах. С Сашей в последнее время практически не виделись, и виделись, дай бог памяти, по-моему, на похоронах Кости Битюкова. Так что спасибо вам огромное, что вы все-таки помните о том, что такая группа была, во-первых. А, знаете, сейчас вот, когда вы рассказывали о том, кто писался в Останкино, я абсолютно уже не помню, где, когда писался, какой альбом. Помню только, если Саша помнит, на студии Горького мы писались. Но помнишь, да, мы приехали специально, но все сорвалось по простой прозаической причине. Тогда в Москву, абсолютно нищий, это был, наверное, 90-й год, завезли алжирское вино. И его почему-то поставили вот как раз в буфете театра, не театра, а студии имени Горького. В общем, на этом закончилось. Так вот, какие-то основные детали не помнятся, а я буквально 3 дня назад приезжал в город Минск и вспомнил историю. У нас был концерт, Сереж говорит, это 90-91-й, Агосфер в Минске, 91-й, наверное. В Минске, может, и 90-й. Ну, может быть, это сейчас уже не важно. И я выехал поездом накануне со всем организационной частью. А ребята должны были приехать с утра на следующий день. Мы с утра позавтракали, пошли их встречать на вокзал, и из вагона выходит ровно половина группы. Ну и, в принципе, люди, которые имеют отношение, как и все, к рок-н-роллу, наверняка подумали, что люди напились. Нет. Ребята пошли покупать мороженое. И это было настолько трогательно и настолько печально, что спустя 30 лет я вспоминаю, понимаю, чем восточный синдром отличался, наверное, от других героев рока тех лет. Это вот какая-то детскость, наивность и абсолютная открытость. Да, во всех участниках группы, казалось бы, суровые такие магаданские мужики, но вот с первой минуты встречи вот это ощущение теплоты, детства и открытости осталось навсегда. Я не буду много говорить, но, к сожалению, раз мы уж начали о похоронах, я хотел бы, чтобы мы вспомнили, не чокаясь, к сожалению, очень многих участников группы, которых нет в живых, и Кости, и Вовы, в общем, Царство им небесное. Я надеюсь, что они за нас сегодня радуются. Ну а на этом я передам микрофон своему любимому другу. Удачи, Саш, сегодня. Спасибо. Если теперь, я не знаю, мне продолжать, по-моему, у нас сейчас должна быть какая-то видеоистория, а потом уже мы дальше продолжим. Так и есть.